субботу на ТВ Рус. В 16 лет он написал письмо самому Сталину с просьбой отправить его учиться искусству. Долгие годы он был безызвестен, о чем сильно переживал. Пойди, бабуля, а вы кто? Я дружинник. После оглушительных успехов гайдайских фильмов с его участием он запереживал еще больше, потому что все стали его воспринимать только как актера одной роли. Мне бы Гамлета сыграть. Я говорю, а почему нельзя Гамлета сыграть? Что, а может он полный был, Гамлет? Да нет, говорит, народ не воспримет. Под маской бывалого он пытался спрятать толстого, неуклюжего актера-неудачника. Что вы за него выходите замуж? Им даже жениться некогда. Он слыл большим шутником. От его шуток и розыгрышей становилось многим не по себе. За некоторые шутки он расплачивался своей карьерой. Мне казалось, что он веселит всех. Ему хотелось, чтобы у всех было хорошее настроение. Может быть, он себе даже поднимал таким образом настроение делал. Шутки большого человека. Евгений Моргунов. В субботу на ТВ Русь.